Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о вельш-корге. Очаровательные вельш-корги – собаки, в которых невозможно не влюбиться. Эти животные известны не только своей милой внешностью, но и добродушным характером. Представители породы нередко становятся питомцами знаменитых людей. Самой известной любительницей вельш-корги считается королева Великобритании Елизавета II. Чем же представители породы так привлекают окружающих? Что в них необычного и удивительного? Итак, представляем вам 5 интересных фактов о вельш-корге. Название вельш-корги имеет следующее значение. Вельш означает уэльский. Именно Уэльс считается официальной родиной породы. А вот по поводу происхождения слова корги существуют две версии. По одной из них корги получилось из соединения двух валийских слов. Слово кор означает карлик, а слово ги – собака. По другой версии корги произошло от измененного валийского слова кур – сторожить и валийского слова ги – собака. Таким образом, полный перевод вельш-корги может звучать в двух вариантах – уэльская карликовая собака или уэльская сторожевая собака. Несколько веков назад вельш-корги были известны исключительно как отличные пастушьи собаки. А на некоторых фермерских хозяйствах Уэльса представители породы до сих пор используют для выпаса скота. Благодаря своему небольшому росту во время пастушьей работы вельш-корги удается избегать ударов копытами. Несмотря на свои небольшие размеры, вельш-корги относятся к семейству овчарок. Представители породы обладают высоким интеллектом и легко поддаются дрессировке. Нередко этих животных используют в качестве служебных собак. Собакам породы вельш-корги посвящена не одна легенда в валлийском фольклоре. Многие из них связаны с происхождением породы. По одной из сказочных версий, щенков вельш-корги людям подарили феи, которые использовали этих собак в качестве ездовых. Эта легенда объясняется отметина в виде седла на спине у большинства представителей вельш-корги Пемброк. А вот согласно другой валлийской сказке, двух щенков вельш-корги нашли в лесу. Крестьянские дети принесли домой. Вельш-корги очень дружелюбные собаки, они хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Также важно отметить, что представители породы очень наблюдательны и чувствительны к настроению людей. Они понимают, когда можно подойти к хозяину за лаской, а когда лучше выдержать дистанцию. Таковы интересные факты о вельш-корги, очаровательных собаках с дружелюбным характером. О других необычных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!